Adesso vi faccio vedere qualcosa. Как называется это? Сергей. Andiamo da Sergei. Voi sapete cos'è questa cosa qui? Questo è succo di betulla. È esattamente l'acqua che la pianta produce e si può bere. È fantastico. Adesso andiamo da Sergei e vi faccio vedere, vi spiego tutto come si produce, come si fa, quanto si prende, come si prende. Почему сахар кладут? Ну, потому что он никому не интересен, вот так сок сам по себе. В основном люди привыкли к сладкому. Мне нравится больше без сахара. Ну, вот таких любителей мало. А вот ты чувствуешь больше? А здесь вот приходит, ну, если человек жует жвачку, например, он не понимает вкуса. А, только сахар. Да, да. Вот сахар, то воду намешают с сахаром. В да, магазинах. Да, да. Вода с сахаром, да, кислота это, лимонная. Как и... кола. Да, да. Как и типа это березовый сок. А сок, он тоже разный. То есть вот первый сок, когда снег лежит, вот только начинает течь, он реально не имеет вкусов. Начало апреля. А, сейчас. Сейчас май. Да, сегодня май, да. Вот. Начало апреля или даже середина марта, он может пойти уже. А, середина вот, марта. Да. Он только начинает вот идти вот. То есть вот вверх пошли, вот его даже сверлишь отверстие в березе, она сухая. Вот ты ждешь, ждешь, она там раз, так и пошли капли только. А когда вот его позже собираешь, то есть береза уже наполнилась, то есть там влага поднялась до веток, и ты просверлил, она прям чуть не струей течет, там сверху стекает, снизу. Сколько сок из дерева? С одной березы, да? Да. Вообще за сутки 50 литров спокойно можно собрать. Один дерево? Да. Вау. Но это, ну, редко. Редко. А так в среднем 15. Как долго? Час, три, день? Сутки, сутки. Сутки? Сутки. А, one day. Сутки. Вау. Вот. Сутки 50 литров. Ну, это максимально, я считаю. Да. То есть, ну, опять же, не губя дерево. Это много. Не губя дерево. То есть, мы сверлим вот такое отверстие где-то, и можно, в принципе, собрать, если правильно попасть еще, потому что там тоже есть где-то как вены, то есть, как артерии такие. Я хочу посмотреть. А где вены дерева? Вены? Я не знаю. Как попадешь? Я не знаю. Это секрет. Why is special this? Ну, как ее правильно называют, пасока. Как продукт березовый сок, он не может называться даже вот по сертификации. То есть соком называется только выжимка, значит, из плодов и овощей. Это считается сок. Да, апельсин, да. А вот этот, типа, я декларирую, например, он не может называться соком. Можно написать напиток березовый сок, в кавычках, березовый сок. Вот. А березовый сок не считается соком по, как бы, регламентам техническим вот этим. But which element, I mean, why is important this soap? Вот, а так, вода, насыщенная вот этим... А ты понимаешь по-английски? Ну, немножко, может, понимаю. Как я понимаю по-русски. Чисто мой вывод. Чисто мой вывод. В корнях за сезон, вот летом, там, да, все вот это, фотосинтез, накапливаются крахмалы. В корнях крахмал, там сахара, который потом переходит в сахара, как и в любой там картошка, например, да, вот. Вот. А сахар уже, вот если сахар положить в мешок около воды, он же будет втягивать в себя, или соль, он просто влагу на себя тянет. Да. Вот. И вот эти сахара там и какие-то, может быть, даже и соли есть, они просто начинают, вот эта влага пошла в землю весной, они как бы создают вот это давление, то есть она на себя начинает тянуть вот эту влагу и поднимает ее за счет этого к корням. То есть есть такой эксперимент, вот морковь берут, вставляют в воду, сверлят отверстие прям тоненькое и трубочку коктейльную ставят, в трубочку насыпают чуть-чуть соли. И эта вода поднимается и утекает как фонтанчик, только медленно. То есть это, в принципе, физическое явление, это физический насос такой, осмотический насос называется. Поэтому он начинает подниматься. Вот это. Вот. На самом деле сок, он никуда не течет, он же не капает сам там. Вот мы не трогаем березу, она же никуда не течет. Она просто наполнилась. То есть она как вот напиталась, как губка вот напиталась в себя и держит. Она же никуда не течет. Испарения нет, листочков нету.
испарения нет. Вот когда листочек раскрылся, вот в этот момент весной нужна, чтобы как раз листочек раскрылся. То есть наполнилась и вот эта влага, то есть листочек, чтобы раскрылся. И как только листочек раскрылся, вообще все по-другому начинает работать. Явление транспирация называется. Да, транспирация, да. То есть уже испарение пошло. И береза за счет испарения, за счет листьев, она уже начинает сосать. В общем-то, листья берут. То есть листья испаряют, листья берут. И с нее ее не возьмешь. Береза сухая стоит летом. Она сухая, кажется. То есть там есть какие-то токи, ну, все-таки влага идет по-любому. Потому что в летний день, в жаркий, береза там от 200 до полутонны воды может испарять. То есть на испарение уходит, да. Ну, любое дерево, оно же, отпили его, он сразу высохнет, правильно, летом. So you can take this liquid from the tree, and tree is normal. Ну, мы же не все, во-первых, забираем. То есть мы, как вот есть вот артерия, да, вот это, там волокна, тонкие волокна. Мы всего там вот такое отверстие, вот на такую березу. Это, в принципе, 0,2% площади. От площади мы повреждаем ее. То есть... В принципе, если даже вот березу так наполовину спилить, вот просто так наполовину, то есть много сока утечет, конечно, но она не умрет. Она даже заживет. Вот у меня даже видео много есть, где таким варваром, таким варварским способом собирают бензопилой. Вокруг прямо так пропилят на такую вот толщину. Ну, вот реально здоровая береза. Можно сказать, за 3 часа набирают 40 литров бидон и все, и бросают там, да? Но береза потом долго заживает, но все равно заживает, как ранки затягиваются, заживает и растет. So it's like when we go to take for analysis blood. Понятно. То есть начался сезон. Дырку просверлили, и мы целый месяц собираем сок с нее. Вот потихонечку течет и течет сок. Вот. Но мы, с другой стороны, если вот она береза, мы ее в конце сезона только начинаем брать, мы же оттуда больше не возьмем сахаров, как бы она концентрированной не станет. То есть она как будто вот. Какое-то кровообращение, скорее всего, у нее есть, как вот такое. То есть она доносит вещества, и может вот влага опять как-то и уходит, да. То есть она как транспортирующую роль, да, играет, скорее всего, для веществ. Вот она поднимает вещества. То есть лист, что он становится сладкий такой, вкусный, горький такой, ароматный там. Тоже есть лист? Ну, есть его вряд ли. Нет, вообще их едят. Да? Ну, как бы там можно добавлять там в салатик, а так, в общем-то, да? Найдем листик. Ее скатываешь так вот, как жвачку такую делают. Да, да, да. Такое лекарственное. То есть почки, молодые листочки, они очень там на почки действуют. Так еще один интересный момент. В березе давление, высокое давление, паскаль, да? Давление, как в колесе автомобиля. 1,6 атмосфер. Да. В принципе, это посчитать. То есть береза где-то примерно 16-20 метров. И вот это давление нужно, чтобы поднять. А внизу оно так и давит. Вот прямо манометр вставляешь. Ну, у меня видео даже на этом на YouTube есть и на в Instagram. Вот сверлю дырку, вставляю на манометр, и он так два. Тубинга. Накачивается. Можно, кстати, можно накачать. Мы такие были. И вот так вот в тешке, ну, как шампанское стреляет. But the tree work like a filter from земля to list. Но она наоборот же питательные вещества несет. Поэтому они очень быстро усваиваются организмом. Ты его пьешь, как бы, и он очень мочегонный сок. Вот ты попил там прямо по дереву, раз глоток сделал, и уже прямо хочется это мочеиспускание сделать. How much you can drink biozovi sok for one day? I don't know. It's how much it's healthy to drink. Если проблем нет со здоровьем, нет с почками, там, еще каких-нибудь там аллергии, то, в общем-то, сколько угодно. Как арбуз. Как арбуз. 10 кило. Ну, я имею в виду, арбуз же не спрашивают, сколько можно съесть. Ну, сколько съешь, столько съешь, да. Если у тебя камень есть там в почках, да, то тебя арбуз выгонит. Как бы тоже может тронуть там. Вот. А так вот, если есть камушки или песок, то прямо вот песочек там есть, например, в почках, да? Песок means in да, почки. Да, да, да. Вот 3 дня обильного пиздя, песок выходит. Прямо аж рези появляются. Ну, так вот, режет канал, прямо такой. Или маленькие камушки могут тронуться. В том-то дело, что опасно, когда крупный камень. То есть там 9 миллиметров, например, уже камень. Это да, он уже, короче, может прямо проблему доставить. То есть у меня есть клиенты, которые или потом додалбливали как-нибудь ультразвуком, или даже вообще под операцию попадали. На операцию. То есть вот
такой детокс вообще. Березовый сок, он прям детокс. Это основное. But in the forest all the trees are the same or you choose different trees? Крона. Знаете или нет? Или крона. Только... Крона что? Чем больше крона, тем больше сок и тем слаще сок. А. То есть если... So, молодое дерево меньше. Ну понятно, но как бы берем вот такой примерно там 30 сантиметров, да. То есть мы рассматриваем, меньше в принципе лучше и не рассматривать. Вот такая там, да, вот так вот. Но надо смотреть на крону, потому что если береза стоит глубоко в лесу, вот, у нее только там шапочка такая, да, и все. Да, да, да. Шапочка, там сока не будет. But why only береза and not... Клен, липа, клен или... липа, да. А и... тоже липа. Вяз, орех. So есть липовый сок? Есть не липовый, вяз. Вот с него очень вкусный сок, кстати. Он такой желтый и такой желтый, сладкий, прям вкусный, да. Интересно. Может чуть раньше, как раз вот где-то в конце вот школы там, у нас около школы росло, и мы все время там, он медленно капает, сладкий такой, желтенький. У нас там вот вязы растут как раз около школы. Вот, но так я его не собирал. Ну, кстати, на нем что-то делают, даже продают там. Ну, вот классное вообще вот замороженное. Он замораживается, он не кристаллами, а как снегом. Да. Он как снег. Вот сок замерзает, когда... Вот, например, там, вот мороз, беру баклажку вот эту вот, 20-литровую сока, ставлю в холодильник, чтобы он остыл там сильно. Вот. И он там, например, там снег образуется внутри. Mm-hmm. Ты его сок сливаешь, этот сок становится слаще. Да. Вот этот сок, он становится там, концентрация сахара больше. Вот. А вот это остается лед. А лед, он такой мягкий, как снег такой. Прям вот снег такой мокрый. Березовый сок хорошо бродит. А? Ферментация. Ферментация или как еще там по-английски. Ферментация, да. Ферментируется. То есть он сам начинает ферментироваться. Там много микроэлементов, которые как раз любят дрожжи. Mm-hmm. Вот эти вот. Вот. Поэтому он бродит просто сумасшедше. Под солнцем. Да не зачем под солнцем? Просто в тепло. Тепло, тепло быстрее. Но и в холоде бродит. Угу. И в холоде тоже бродит. Даже вот ноль будет, все равно сахара все уйдут. Все равно вот ферменты съедят сахара. Угу. Вот. Брагу делают там дрожжи такие, как сказать, профессиональные, когда кидают дрожжи, которые там сумасшедшие бродят. И знаете, как встает вот бачок такой, и там такой, как родник, вот такой. Вот так волна стоит. Вау. Вот так бродит с такой скоростью. Вот, может, вино так бродит тоже? Да, наверное, в Италии делают вино. Вот, оно бродит прямо, может, вот так вот гуляет. Три дня. Вау. Три дня перебродит до 10 градусов. Вау. В соке 1-2% сахаров в соке в самом. Вот, их сбродить уже получится примерно там 0,6-0,7 алкоголя. Чуть-чуть. Вот. Но чтобы квас был такой прям вау, эффект такой, туда добавляют еще что-нибудь. Или мед. Угу. Ну, как бы я вот сахар принципиально не добавляю. Да. То есть мед, и у меня вот сироп топинамбура. Топинамбур, да. Беру сироп топинамбура. Ну, он как бы самый нейтральный гипоаллергенин. Вот. Ну, и как бы доступнее. Потому что, ну, какой еще там цикорий, там слишком дорого, наверное. Там. Вы делали это березовый сок и цикория? Квас из цикория? А, квас делал, да, цикорий. Да? Вообще классный. Вкусно. На чаге вот. А чага в курсе, да, такой же чага? Что? Чага. Болезнь березы, вот, и это такой нарост на березе, mm-hmm. вот. Только он, в отличие, есть сувель, из него делают деревянные там поделки всякие, ложки там, чашки, вот mm-hmm. это сувель. А чага – это болезнь, то есть вот такой нарост черный, он прям черный такой, и он легко ломается, то есть ты его прям с руки так отбил, как гриб такой он. Получается, только он не в правильной форме, это не плодовое тело гриба, вот. Из него делают как бы чай, то есть в народе там на нем делали чай, и считается, что он имеет очень сильные такие иммуномодулирующие свойства, то есть даже типа при онкологии употребляют его, то есть оно облегчает, а то и раньше типа говорили, что излечивает вообще, но по крайней мере защищает, или и вообще просто поднимает иммунитет. Там ну, практически она как губка впитала все, что вот в березе есть полезного, вот микроэлементы, и потом тоже там органических и биологически активных веществ в этой чаге. Вот. И на ней квас тоже делаю. Квас очень похож на классический квас. Но это есть, там, вот, я угощу. You understand what is? Я поняла, ты это понял? No, nothing. И выделяет какие-то вещества, которые вот потом можно использовать для лечения. What is interesting all this? Сейчас вот, кстати, когда с этим коронавирусом, в СМИ постоянно про эту чагу, там исследователи.
Спрос на нее поднялся, ее нигде нету, китайцы все скупили, говорит, всю чагу. Вот, цены реально поднялись на нее, на чагу, ее практически это, в продаже не найдешь. Только сам пойдешь вот в лесу, наверное, найдешь. Ну, выдается. Ну, нравится, я чувствую, что это мое, вот, потому что раньше как-то не понимал этого, что, думаю, любой может сделать. Класс. И я только сейчас стал понимать, что, в общем-то, надо меньше болтать, наверное, уже, потому что я как бы говорю, для меня это просто, а люди вообще даже не могут квас сделать. Даже сок не могут собрать. Да. Вот, реально. Я думаю, чего я как бы уже так сильно распространяюсь? Потому что, ну, нюансы вот с квасом, я до сих пор только, как бы сказать, к совершенству иду, вот, к квасу. Mm-hmm. Вот, в этом году только я сделал первый раз квас, не добавляю туда ничего. Вот вообще. Все просто натуральный. Нет, вообще не добавляю, только сок. Да-да-да. Вот только сок. И реально получился классный квас. Раньше как начинал, то есть купил дрожжи, да, там, дрожжи купил, кинул, там, за сутки перебродил. А так у меня уже давно цель, там, вот, чтобы сок забродил без добавления что-то из магазина, там, вообще. То есть это или мед, берешь мед просто, там, помял вот эту соту, вот, в теплой водичке подержал, он там на третий день забродил, и ее разводишь, это, на объем, да, эту закваску. Да. И уже потом ее так ведешь. А потом она, может, уже, вот эта закваска у меня там через 3 года своя какая-то стала. Вот, я ее как бы использую, прям вот беру там старый квас какой-нибудь, осадок, и ее разброжу, как вот закваска на хлебе. Вот хлеб делают, да. То есть я не ищу там новый изюм, потому что, ну, как бы, сейчас изюм-то возьмешь, подержал в теплой воде, он заплесневел, если все, то есть вот изюм такой, плесень, и все. Ну, обычно, как бы, если не используют дрожжи, то кидают изюм в сок, и он как бы должен забродить. На самом деле, он еще надо постараться, чтобы он забродил. Но она, я говорю, сложно сделать. То есть люди думают, что вот бросил туда изюм в сок, и он забродил. Нифига он не забродил, он закис. Да-да-да-да. Он просто скис, и все. Поэтому получается так. Киселяк такая вообще. То есть это, а по идее, вот как бы искусство, наверное, в соке увести как раз вот в брожение, но меньше кислотность создать. Потому что сок, он сам по себе киснет, он становится кислый, прям вообще как лимон. Вот, прям такую кислотность поднимет. Вот, а ее вот надо избежать, вот это вот. So, and why? Почему тебе нравится березовый сок? Тебе нравится вкус? Окей, бизнес я знаю. Не, ну конечно, да. В том-то дело, что бизнес не главное было, вот, а реально. Это все-таки, да, больше из хобби, потому что, ну, вообще цели были там другие. У меня там профессий куча. Реально, я психолог-педагог по образованию, там, и агроном, и радиоэлектроника, все, короче, все у меня там есть. И интересуюсь там хиромантией, астрологией, то есть, в принципе, с этим могу работать, даже, в общем-то, консультировал людей, да, вот. Интересно. Да. А вот это вот мое, наверное. Да-да-да, это интересно у меня. Да. Окей, идем еще в березу. Искать березу. Березу. Да, что, мы доедем или что? Можно, да. Ну, просто я смотрю, здесь вот, здесь дуб, это дуб. Вон там, да, вон там видно, что там береза. Так, конечно. Вот, видите, вот, вот, корень, да, идет. Да. Ну, вот это вот так вот. Вот так вот делает. В принципе, этого достаточно будет, я думаю. Если он не прекратился еще. Только чуть-чуть. Сантиметр. Вон там он, вижу, береза, да? Только через дорогу получается. Тоже сухая. То есть, делаем еще попытку, если он, или он просто закончился, или идет. Посмотрим. Сухая.
Вау, вау. Это... Такой какой-то, вот такой молочный такой. Вау. Сок, просто сгруженный сок. Кстати, такой не фонтан, прям сказать. Но это вот, можно сказать, здесь ни сахара, ни изюма, ни ничего нет. Это прям пропухала тема твоя. Да, 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 да. Это в чистом виде. Сок сгружен в чистом виде. Ну, это больше такое сказать, кто-нибудь угадает по вкусу, чем мне кажется. Может, какой-нибудь как дёготь? А дёготь ещё делает. Вау. Вот так вот перестоял. Тёплый просто, потому что ещё. Вау, это... Козовом. Grazie, grazie Sergei per il tempo che ci hai dedicato, grazie per avermi fatto scoprire cos'è il reale succo di betulla, grazie per avermi spiegato che cos'è il chaga, di cui non ne conoscevo l'esistenza e delle sue proprietà miracolose. Non siamo stati fortunatissimi, nel senso che la stagione è terminata, quindi all'interno delle betulle non c'era più il succo. Però sono sicuro che la prossima volta che andrò nel bosco, magari in primavera, anche in Italia, che ne so, le betulle sono uguali ovunque, io un buchino nella pianta ce lo farei per vedere cosa esce. E magari provo anche l'acero, il tiglio, l'olmo, come ci hai spiegato. Sono molto curioso di questa cosa. Quindi ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata con la prossima intervista e la prossima persona straordinaria che ci spiegherà la sua passione.